второго этапа Кубка Европы по керамике. Мастер спорта международного класса, розовый призер чемпионата Европы Винджай Данвой. Важно развивать стало. Европейский комитет по пирамиде в моем лице комментирует для вас этот матч Антон Игонин, пресс-атташе Европейского комитета по пирамиде. Приветствует вас на финале второго этапа Кубка Европы, который проходит в городе Кишинев, Молдова. Встречаются Виджай Дрангой, представитель Молдавии, и Евгений Талов, Украина. Выиграл раскат шаров Виджай, но отдал право разбоя сопернику. И Женю начал уверенно, положил шара прямо в лузу. Виджай Дрангой, мастер спорта международного класса. А Евгений Талов, мастер спорта. Очень серьезный у нас финал. Вот после этого аккуратного разбоя, когда пирамида не раскатилась практически, Евгений впервые в матче отыгрывается, откалывает шарик от пирамиды и от борта направляет его на дальнюю часть стола. Первый отыгрыш в исполнении Виджая Дрангоя. Практически идеально по технике он его выполнил. Развел шары по бортам. Ничего не показал Евгению. Но нет. Ошибся я. Признаю свою ошибку. Посмотрите, насколько четко, играя с борта, выполнил этот удар Евгений Талов. Положил шара в лузу. 2-0 в первой партии ведет Евгений Талов. Только начался матч, уже первые аплодисменты зазвучали. С подбоем решил сыграть этого чужого Женя. Пирамида не очень сильно, но раскатилась.
Но у нас попали в финал, не потерпев ни одного поражения на предварительной стадии. Бил. Атаковал сразу две лузы Женя, но не удалось ему положить хотя бы один шар. Ну вот, серия его обрывается. Так вот, сказал я, что прошли они без поражения оба игрока. Ну, расскажу, наверное, пожалуй, об Олимпике. Как они проходили стадию турнира, когда шла игра на вылет. Виджай Тренкой переиграл Кнышука из Украины 6-1. Потом в контре обыграл Баннова, россиянина 6-5. После этого встретился также с украинцем 6-1. Данил Безуглов ему проиграл. В полуфинале Виджай Дрангоя оказался сильнее Александра Чепикова 6-3. Вот аплодисменты в адрес Виджая Дрангоя, о котором мы только что рассказывали. Первый шар записывает себе в актив. Вчера показал очень сильную игру Виджай Дрангой. Есть второй шар. Вот примерно так он вчера и играл. С феноменально отличными выходами. Строил серии просто безукоризненно. Очень много партий с кия было сыграно. Смотрите, как он подкатывает шар к лузе поближе. Чуть-чуть не хватило керосину. Справляется с этим ударом и с этим шаром Виджай. И внешне невозмутим. Остается первый возглас «Браво!» На самом деле «Браво!» Очень серьезно поднял игру Виджай Дрангой. У нас на форуме форумчане обсуждают. Не может быть, что это был бы он. Давненько не видели мы игрока, и раньше играл он не столь сильно. Не было заметно на международных турнирах Дрангоя последние, наверное, года два, может. Это было связано с проблемами семейных обстоятельств. Но вроде бы как все наладилось. Болел отец Виджая Дрангоя. Теперь все нормально. Виджай вернулся к активным тренировкам. Сказал, что собирается ездить на турниры. Мы видим, насколько результативны эти тренировки были. Семь шаров уже есть.
Да, стоило мне вспомнить о том, что много партий с Кия сыграл Виджай Дрангой, и вот партия с Кия. Не пошел разбой Дрангоя. Конечно, я очень далеко забегаю вперед, но интересный вопрос. Увезут ли два золота украинца себе на родину? Начали аплодировать зрители, но вовремя осеклись, потому что упал второй шар, свояк катом свалился в лузу. Была перспектива в эту же лузу сыграть куда больше шаров. Чужого кладет в середину. Возвращается шар прямо в пирамиду. Отыгрывается. После отыгрыша, не очень удачного отыгрыша, целых три шара получил Евгений Аталова Виджай. Отыгрался Аталов.
Однако выманил на эту атаку Евгений оппонента своего. Виджай промахнулся. Сомнительную атаку Виджай Дрангоя отдал одного шара точно уже Евгению Толову. Теперь уже два. Выкатывает на центральную линию. Пять один во второй партии финального матча на Кубке Европы по пирамиде. Впереди Евгений Толов в этой партии, но он проигрывает. Пока что 1-0 в матче. Четко сыгран чужой. Радовала нас первая партия серийностью, конечно, серийностью именно Виджая Дрангоя, который сейчас подходит к столу. Но мы понимаем, что не будет у нас всех подряд партий с кия. Это, в принципе, нереально в финале, когда очень велико напряжение. И когда встречаются два очень сильных игрока, которые не намерены постоянно подставлять прямо в лузу шары. Отыгрывается молдаванин. Серьезную атаку запланировал Евгений, но не удалось ему положить этого шара. Сломя голову, бросается в атаку молдаванин. Мы видим, что из этого получается. Ничего хорошего для него. Шары раскатились достаточно серьезно. Будет атака. Судья национальной категории Сергей Яночкин объявляет 7 шаров для Евгения Талова. И 8. 1-1 сравнивает счет Женя.
Коммунистическая партия развивает Таллин. Второй раз подряд точен с разбоя Евгений Талов. И второй раз пирамида раскатывается практически идентично, как и в первой партии. Нету игры. Надо присмотреться, конечно, может что-то и найдет Женя. Да, натренирован разбой, конечно, у Талова, раз он настолько одинаково начинает как первую, так и третью партию. Щелчки пальцев в зале, понравился отыгрыш зрителям, около, наверное, 100, может даже и 150 человек сейчас в зале. Пришли поболеть за своего соотечественника. Любители бильярда Молдавии. Аккуратным плавным ударом отыгрывается Виджай. Что-то надо сейчас придумывать Евгению Талову. Расскажем вкратце о том, как он проходил Олимпийку. Сперва выиграл Евгения Салтовского из Беларуси 6-4, проигрывая по ходу встречи 1-4. Затем встречался также с белорусом Яном Григорьевым и вынес его в сухую 6-0. Следующий матч для него был очень тяжелым, конечно. Встречался он с Ярославом Тарновецким и одержал победу в контре в очень напряженной борьбе. Ну и вчера одержал победу он над Павлом Кузьминым из России, над победителем первого этапа Кубка Европы этого года. Евгений Талов выиграл 6-4 и попал в финал на Виджая Дрангоя. Рискованным ударом атаковал среднюю лузу Виджай Дрангой. Шары перекатились поближе к нашей камере. Талов сосредоточен. Смотрит он, чтобы выбрать для атаки.
очень простого шара играет. Красавец, конечно, настолько спокоен. И прокатывается шар мимо в этом коридорчике между двух групп шаров. Ну, выходит на атаку с середины. Называется серия Евгения Талова. Насобирал он максимум из того, что видел. Сильный вот выигрыш оба спортсмена. Тут уже только нервы будут способствовать, может, какому-то браку и ошибкам по выигрышу. Не будем забывать, что стоит только показать одного шара. Хоть Талову, хоть Дрангою, и может быть собрана партия. Задумал атаку Виджай. Видно, как он смотрит на этого шара.
отыгрывается. Очень хорошо отыгрывается. Ну, феноменально. Ну, ведь Джей Дрангуй тренировался по Симоничу. Несмотря на то, что мы не видим практически забитых шаров, следить за матчем достаточно интересно. Я надеюсь, вы разделяете мое мнение. Последние пару дней, что не матч, то у нас был просто сказка. Настоящий праздник бильярда тут прошел в Молдавии. И сейчас его апогей. Охо-хо, вы посмотрите. Не стал откладывать в долгий ящик этот подбой остатков пирамиды Евгений Талов. На сильном ударе ему удалось это сделать. Свояк в угол. Семь шаров у Евгения Талова. Во второй партии подряд. Четкий свояк 2-1. Впервые повел в этом матче Евгений Талов. Да, подпортил общую статистику разбоев себе Виджей Дрангуй. Вчера у него падало частенько. Да и позавчера тоже. И третьего дня. Четыре дня уже идет наш турнир. Из практически 80 участников из разных стран осталось только двое. Украинец и молдаванин. Далеко кубок не уедет.
Не самый простой шар, надо признать. Была вероятность штрафануться. Судья внимательно проследил за этим ударом. Исполнение оказалось на высоте, и шар упал. Серии не будет. Достаточно быстро нашел вариант оборонительного удара Евгений Талов. Чуть дольше думал Виджай Дрангой, но также отыгрался нормально. Дорогие друзья, с вами по-прежнему ваш комментатор, пресс-атташе Европейского комитета по пирамиде Антон Игонин. И у нас гости Жанна Шмаченко, победительница турнира. Всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Расскажи, Жанна, как тебе далась эта победа? Мы видели, что очень тяжело. На самом деле, я сейчас понимаю, что эта игра действительно, когда домой приезжаем и проигрывая турниры, все говорят, ну не расстраивайся, это же игра. И вот сегодня это яркое подтверждение тому, почему, потому что в контре, проигрывая 7-0, вытянуть такую партию, наверное, это чудеса. Да, победа была очень красивой, очень зрелищной. Еще раз поздравляю тебя. Спасибо большое. Дальнейшие планы. Дальнейшие планы очень много, ведь в этом году еще осталось два этапа Кубка Европы, финальная часть. Чемпионат Европы, чемпионат мира, на который очень хочется попасть. Вот, поэтому год только начался, действительно, впереди еще очень много турниров. Будем к ним готовиться. Может быть, ты хотела бы кому-нибудь посвятить эту свою победу? Да, я бы очень хотела сказать всем большое спасибо, кто меня поддерживал, и близкие люди, которые на самом деле для меня все на сегодняшний момент. И хочется, чтобы на самом деле были моменты, когда... Это было все вот так вот рядышком здесь, в зрительном, я имею в виду, видео, оно осталось, и это радует, потому что дома не имели возможность посмотреть онлайн игру. Угу. Слушай, я думаю, это будет очень волнительно даже смотреть даже в записи. Да, очень хочется самой на это посмотреть со стороны, потому что до сих пор не верится. Так, ну у нас сейчас на этой выставке, который был счастливым для Жанны Шмаченко,
продолжается матч между Виджаем Дрангоем из Молдовы и Евгением Таловым из Украины. Виджай ошибся после серии неплохих шаров и отдал отличную позицию сопернику. Ну что, сможет ли что-нибудь сейчас показать Талов? Очень хочется, знаете, сейчас увидеть серийность, потому что возможность в этом плане есть. Ну да, поначалу очень затяжной у нас был матч, очень много отыгрышей. Уровень. Выдержанность, терпение. Прошел мимо шар, мимо кучи. Вчера у нас в гостях была Заряна Притулюк, и она также почему-то говорила «куча». Пирамида, пирамида, да. Да, очень возмущались, говорили, что это не куча, это группа шаров. Группа шаров, будем и так называть, да. Здорово. Да, выстраивает серию Евгений Талов. Дал ему возможность Виджай, и вот по полной использует ее Женя. Вспоминается вчерашняя встреча, когда играл Женя Талов со Славиком Торновецким, где драматичная тоже была контровая партия. То есть ты предполагаешь, что будет контр? На самом деле, очень бы хотелось, конечно, увидеть победу Женю. Я болею за Украину. Но, ну, это логично. Да, здесь, знаете как, мы очень хорошо дружим и с Виджаем, и, как мы видим, зрителей в зале очень много, которые пришли поддержать его. И, скажем, наверное, больше, конечно, поддерживают его. Поэтому будем стараться, как только можно, поддержать Женю. Молодец какой. Через шары. Не знаком я лично с Евгением Таловым и не могу сказать, то ли он всегда так спокоен или сейчас настроен на игру очень хорошо. Ну, ему это присуще, он сам по жизни такой, да. Немногословный, сдержанный. Ай. Допускает ошибку. Хотел разогнать чужого на верхнем. Да, вот Жанна упомянула о том, что много зрителей поддерживают Виджая Дрангоя. Видели мы здесь даже, есть его сын, совсем маленький, который ему даже сложно, наверное, рассмотреть ситуацию с шарами на столе. Но он переживает за папу. Виджая мама, папа, поэтому группа поддержки. Замечательный какой подбой. Да, пожалуй, никогда так сильно не играл Виджай Дрангой, как на этом турнире. Просто феноменальную игру показывает. Если удалось тебе наблюдать, то да, с выходами у него все просто складывается замечательно. Я помню, если не ошибаюсь, в 2005 году в Кишиневе тоже проходил чемпионат Европы. Да. Может быть... Не в 2005, скорее всего, в 2005. Ну, я уже точно не помню. Да-да. А вот, и там тоже очень многое дало значение поддержка. Вот действительно, как, скажем, крылья вырастали. Виджай очень хорошо играл. Да, третье место он тогда занял на том чемпионате. Аплодисменты
свидетельство тому, что поддержка UGI тут на должном уровне. Казалось бы, и не столь сложный шар был сыгран. Но психологический перевес должен тоже поддерживаться и болельщиками тоже. А вот хотелось бы действительно показать крупным планом, насколько все болеют. И вот я вижу Крыжановский, по-моему, выше всех в этом зале. Да. Юный спортсмен из Молдавии забрался аж под потолок. Да, он сегодня очень меня поддерживал. 8 шаров уже в активе у Виджая Дрангоя. Он выигрывает партию, сравнивает счет. Счет становится 2-2. Ну что ж, опять все начинается заново. Три из трех. Да, вот так вот. В первой и в третьей, и сейчас в пятой партии успешен с разбоев гениталов. И практически одинаковыми всегда раскатывается пирамида. Да, после пирамида этого, не после сильно разбита. Да, после каждого разбора он отыгрывался. Но сейчас есть... Маленькая шанс. Стрелочка. Два шара возвращаются. Могло показаться зрителям, что штраф, но, по-моему, удар был выполнен четко. Они вдвоем два очень по технике сильных игрока. Почему? Потому что вот свояки. Если вы обратили внимание, когда особенно бьют через весь стол, вращение очень-очень большое. Очень здорово зацеп они делают. Да, то, что эти техничные игроки. Сомневаться не приходится. Высокий класс, конечно. Не очень много ошибок у нас. Мне показалось, что у вас в стане и в финале было просто колоссальное количество ошибок. Да, очень много, очень много. Это от волнения? От волнения, в первую очередь. Во-вторых, я думаю, что на самом деле чаще подводила, скажем, наверное, момент, когда хотелось бы
показать более зрелищную игру с выходами, но оставался такой момент, как незнание до конца стола. Возможность вот проката вперед. Жанна, привет из Литвы, поклонники, я так понимаю, и спрашивают про контровую партию. Что это был за выход от четырех портов? Случайность? Вы знаете, так задумано? Я... Продолжение очень хочется сказать. Он чуть-чуть стоял на губе, и я слишком тонко попала. Я хотела его вернуть, на самом деле, от трех бортов к себе под вот эти два шара, которые стояли в середину чужой. Вот. Хотела вернуть на эту сторону, чтобы не играть чужого в середину. Хотела разыграть именно эти два шара. Но дело случая, действительно, это дело случая. Он вернулся именно в лузу, четко стал. Но я могу сказать, что, видите, я его не реализовала. Я слишком сильно накатила, и он откатился от борта, и, получается, вместо чужого только был выбор бить свояка. Но, как результат, наверное, сейчас показал, что выбор свояка — это был правильный выбор. Почему? Потому что чужой, на самом деле, не давал. Очень маленькая зона выхода была. Вот Евгений какой сделал выход. Да, после ошибки. Виджает рангуя, есть хороший шанс у Евгения. Уверен. Что тебя лично смущало там на столе? Новое сукно? Вы знаете... Не было достаточно времени для тренировки? Нет, нет, все это было углы. На самом деле, большинство свояков, которые я била, они почему-то... То ли из-за того, что я не делала хороший качественный зацеп, то, о чем я говорила, вот мальчики умеют делать. Вот, что большинство шаров, конечно, они попадали четко в створ, но выход сразу вылетали. То есть не было четкого такого входа. Вот единственное, что настораживало. Но опять-таки я ссылаюсь на волнение, потому что, скажем, в тренировочной игре, да и вообще в разминках, возможно, вот сейчас я понимаю, что это был далеко поставлен мост. Если бы был бы ближе мост, удар бы был бы намного лучше. Очень здорово смотреть вот так вот со стороны. Можно увидеть ошибки. Хочется, конечно, еще увидеть, но это уже, скорее всего, дома именно запись. Запись финала. С Татьяной и первые две партии у мужчин. Очень важная партия, кто вперед выйдет. Но все-таки у мужчин марафон будет подлиннее, они играют до 7 побед. С ихними маленькими такими, скажем, ошибками это все очень быстро произойдет. Да, пожалуй. У них больше выносливости, терпения, когда они в предварительных играх играют до 5 побед. А некоторые встречи проходят и в контровых партиях, и таких встреч бывает за день 3-4, как минимум. Вот это выдержанность. Порой бывает проще финала играть до 7 побед. Просто о том речь идет, когда такая кладка и... Возможность ошибки очень маленькая. Продолжают поступать там вопросы. Это, кстати, очень интересно подмечено, почему избегали использовать тещу, вообще не играли. А
ответ на самом деле здесь заключается. Это здорово. Избегаем играть тещей. Почему? Потому что чаще всего удары происходят, когда мы тянемся, и они стоят на коротке, где можно точно так же свободно подойти и играть, сыграть с другой руки. И более точно. Почему? Потому что мы можем это все более четко контролировать, потому что ощущаем, как ходит кий, а теща этого не дает, поэтому выбор был чаще именно играть с другой руки. Так, ну тем временем у нас завершилась пятая партия. 3-2 повел Виджай Трангой. Что ж, уверенно развивает эту серию Виджай Трангой, положивший раз разбоя. Продолжает очень качественными ударами наращивать это преимущество. Виджай потирает руки, там немного жарко возле стола, но скорее всего это от самого волнения, переживания. Мы с Таней вот так вот общались уже после финала, и действительно, да, жарковато. Но могу сказать, если никуда не спешить и размеренно не тратить силы, не бегать возле стола, все отлично получается. Использовать присыпку, чтобы лучше скользил кий. Нас продолжают спрашивать. Спрашивают, что иногда мешают распущенные волосы. Не иногда, а очень часто. Да, если вы видели, это действительно была остановка игры. Ну, это мы, скажем, уже настолько привыкли. И многие, да, девушки спрашивают, участницы именно турнира, удобно ли играть. Это дело привычки на самом деле. Ну и сейчас, наверное, уже в дальнейшем будем исправлять и не делать такого, связывать волосы. Да, отвлекает, по-своему отвлекает. Ну, сейчас вот вспоминаются некоторые удары вот через, скажем, через группу шаров. Вот, и где было много таких моментов, когда действительно вот самый такой ответственный момент.
Ах. Да, пока мы обсуждаем тут отвлеченные темы, вы можете наблюдать, какая серия была у Виджая Дрангоя, как она прервалась на ошибке, ахнул зал. Тем более, что шар выкатился прямо к средней лузе. Не использовал эту возможность Евгений Талов, зато сделал еще подбой специально для своего противника. Ну что, какие будут прогнозы? Завершит он эту партию? В принципе, для этого есть все. Позиция открытая. Венжай достаточно уверенно играет, очень раскованно, это видно по ударам. Все было для того, чтобы завершить партию, и выиграл. 4-2 становится в матче. Виджай Дрангой впереди. Кинула нас на время наша чемпионка. В очередной раз, как вы видите, с разбоя точен Талов. Снова шары раскатываются не сильно. Очень четко в этом компоненте игры работает спортсмен. 4 разбоя из 4, это серьезно.
наслаждаются зрители игрой Виджая Дрангоя. Интересуется Виджая судьи, сколько шаров забил. Уже 5 у него. Что перешел за экватор уже этот матч. Напоминаю, что встреча проходит до 7 побед. 4-2. Ведет Дранго. И близок к тому, чтобы повести 5-2. Непростое окончание предстоит Виджая Дрангою. Ну что ж, начинается 8-я партия, разбивает Виджай Дрангой. Не удается ему разбить. Две партии с Кия мы уже видели в его исполнении. Оправдываются пока прогнозы по поводу серийной игры. Не сказать, что все просто для Евгения Аталова, но находит он шары. С четким выходом.
показывает нам на очень сильную игру, красивый матч. И хотя сильны оба, все равно Виджай Дрангуй впереди. 5-2, достаточно серьезно он повел, ушел в значительный отрыв. Для победы ему достаточно теперь взять только две партии. Но Евгений Талов не бросает на полпути дело, за которое берется. Он может догонять. Ошибается. Говорили мы о том, что за Виджая болеют его родственники. Вот вы видите, что сын болеет за папу, переживает. Обмениваются промахами оба игрока. Ну да, не всегда же забивать и складывать ския партии. Это тяжелый труд. Ошибиться куда проще. Проходит удар. Ай-яй-яй. Зачастили с промахами игроки. Очень аккуратно выполнен удар. Посмотрите, хороший выход. Очень точно выбрал силу этого удара Евгений Талов. Нет у него других вариантов. Ему надо забирать партию. Станет счет 6-2. Это будет уже критично. Нет, не получается. Казалось, вот-вот еще упадет шар, нет, останавливается в лузе. Той части нашей зрительской аудитории, которая
привыкла проводить время на форуме сайта velertonline.com. Так вот, этим людям передает привет Андрюха Клайпецкий. Знакомый он наверняка форумчанам. Четко выполнен удар, шар вращается, вот стоя на краю лузы. Продолжение есть. Ну, ошибается на простом, достаточно простом Виджай Дрангой. Дает он возможность Евгению Талову завершить начатое и собрать на полку, положить недостающие три шара и сделать их количество равным 8. По-прежнему 5-2 в этом напряженнейшем матче. Поправляют меня, мол, это был далеко не простой шар для Виджая. Но вот, может быть, как раз-таки для Виджая он был и не очень сложным. Да, естественно, сейчас в этом матче, когда он в самом разгаре, любой шар требует серьезных усилий у игроков. Спрашивают нас о достижениях Виджая Дрангоя. Ну, это далеко не секрет, конечно. В 2005 году, как уже вспоминала Жанна Шмаченко, бронзовая медаль была у Дрангоя на чемпионате Европы. В том же году он выиграл первенство Европы среди юношей и достаточно успешно выступал на Кубке Европы. Соревнования аналогичные тем, что мы сейчас наблюдаем. Также у него там была бронза на одном из этапов. Сейчас у него будет уже как минимум серебро. Из прочих достижений можно вспомнить. Нужно даже Кубок мира в Санкт-Петербурге. Это там было первое место. И Гран-при городов Евразии 2007 года. Там было третье.
все-таки смущает несколько раз положение этих шаров Виджая Дрангуя. Надо более тщательно подготовиться к удару. Вытирает он руки и кий. Страшное напряжение, много зрителей, конечно же, жарко сейчас возле стола. Был уверен Виджай Дрангой в том, что шар попадет в эту кучу, развернулся и даже не смотрел на подбой, понимая, что подбой состоится в любом случае, и игра тут будет. Все сложилось наилучшим образом для молдаванина. Шесть пять впереди сейчас в этой партии Дрангой. И 8. Еще больше увеличивает свой отрыв. От Евгения Талова Виджай 6-2. Началась у нас 9-я партия. Впервые мажет с разбоя Евгений Талов. Это может ему дорогого стоить. В такой ситуации в матче до 7 побед сейчас-то наоборот нельзя было давать сопернику шанса даже подходить к столу. А Дрангой не то что подходит, он подходит уверенно, забивает шара, подбивает пирамиду. Ну, посмотрим. Дальний свояк. С каждым ударом зрители аплодируют все яростнее и сильнее. Очень хотят они сейчас увидеть партию с кия.
просто этот шар. Да, удача, награда за смелость. Ну ничего себе. В такой момент удается такой сложный свояк Виджаю. Колоссальная уверенность в своих силах. Матч уже от него никуда не уйдет. Семь шаров с кия за подход. Будет играть с борта шар, который остался у нас под остатками пирамиды. Но ошибается. Семь шаров, более чем серьезный задел в этой партии, которая может быть последней. Всего лишь один шар остается Виджаю Дрангою. Нельзя ошибаться сейчас Евгению. Нашелся таки один зритель из сотни, который поаплодировал промаху. Ну, это не очень красиво, конечно же. Снова атакует, снова с борта. Надо завершать, конечно же, Виджаю.
Ну что, через несколько минут состоится награждение победителей и призеров Кубка Европы по пирамиде 2010 года. Второй этап, который прошел уже в Кишиневе. Можно сказать, на данный момент абсолютной уверенности, что этап состоялся. Получился превосходным. Много было очень интересных матчей. Мы старались вам показать их максимально. Извините, если что-то получилось не так. Конечно, первый раз мы это пробуем, по большому счету, своими силами провести такую интернет-трансляцию. Ну, как вы видите, победил Виджай Дрангой. Победил более чем уверенно со счетом 7-2. Не смог ничего противопоставить ему Евгений Талов, кроме как двух партий в самом начале этого матча. Поздравляем всю Молдавию с этой знаковой победой, с этой очень красивой победой. Ну и понаблюдаем с вами за тем, как будет проходить церемония награждения. У микрофона для вас работал Антон Игонин. За режиссерским пультом Александр Козюлин. И турнир для вас организовал Европейский комитет по пирамиде и Федерация бильярда Молдовы. Спасибо за то, что вы были с нами все эти дни. До новых встреч. Следующий турнир пройдет в Москве в мае. Почему нет? Продолжение следует...
вся моя эта рубашка. Даже красная моя рубашка. Как хотя бы рубашка. Ты же не забывай, что на камеру. Третье место. Надежда Конобеева, Россия.